Сегодня у нас 8 августа, не знаю, будет видно там, не будет. Это рядом совсем с Тверью. Поля за ООО «Калининский» фигачит. Заготовка сена сейчас. Приехал просто посмотреть, мне интересен джоник здесь. Джоник таскает джоника ременного. Вон он идет, сейчас попробую снять его, посмотреть. А так вон этот. Бежецкий херачит. Новый еще. Не знаю, будут ругаться, не будут трактористы. Целый, что ли, нет? Наш Бежецкий не очень его хвалят. Но вот. Готов. Сейчас посмотрим. А, ската нету. Вот он назад его отгоняет нам. Долго, очень долго, что-то вон ниткой этой херачит. Охренеть, как долго. Вроде он обрезал. Блять, все равно вылазит. Сейчас. Еще и не домотал он. Охренеть. Мозги парят обвязаны, да? Иди, Лен. Иди сюда, Лен. Иди сюда, Бин. Вот так джоник выплевывает. Вальцовый он. 623.
Блять, у нас сейчас шестая, наверное, или восьмая. Сейчас. Посмотрим его тоже. Такой рулон, наверное, 1500. 1500, я говорю, размер, потому что они одинаковые со 145-м. На поле я, допустим, не отличаю, как они. Кто от чего? Он выплюнул хорошо, видать. Здесь нахреначено их, у них охренеть. Пошла обвязка. Я думал, что он ременный. Вроде видел, как этот ременный, а он вальцовый. Новый. А сам Джон 635-й В, блин. Ну тоже что-то ниткой долго вяжет. Широкий подборщик. Не довязал он там. Волки хорошие, сено посевное, но по Тимофеевке желтое. Уже поздновато. Но бегает он круто, конечно. И подборщик офигительный. Большой. Ну, фиг знает. Со стороны все офигительно. Так что вон они грузят. Не знаю, сейчас приближу. Видно будет, нет? Наверное, видно. Старенькая МТЗуха. МТЗуха с маленькой кабиной. Эти две возят. Но с вывозкой у них похуже. Вот он где-то метров 100, наверное, прошел. Снова остановился. Обвязывает. 145-й тоже остановился. Джоник таскает Джоника. Джон Дир. Ну, напишу в описании, какие что. Вот, выкидывает. Рулон выкинул. Ну, сейчас его еще один круг дождусь. Вот. Рулон из-под него. Одну сторону то ли не довязал, то ли обвязка пошла чуть позже. Ну, не знаю, сейчас подожду его. Встречу и все на это. А 145-й маленько отстает. И здесь вот Джоник идет.
как-то не высоко. А, ската тоже нету, по-моему. Ну, ниткой, блядь, очень долго, мне кажется. Сетку я уже два раза бы выкинул. Сейчас посмотрю, сзади есть скат, нет. По-моему, есть скат. Сейчас. Дим, иди сюда. Нет, скат все есть. Московский тоже сюда его просто пришлали, что ли, или там брали его уже, на учете стоял. Так, ну ладно, в общем, посмотрели мы, как заготавливают по-настоящему сено. Все наше баловство, это все не очень. Здесь и косилка, видать, ходила серьезная, наверное. Комбайн, потому что среза я практически ничего не вижу. По стерне, то есть ни КРН-ки, ни фигенки, то есть ровный срез, как будто что комбайн прошел. Так что как-то вот так. Ну ладно. Одной ниткой он, да? По-моему, одной или двумя. Нет. Два конца. Двумя нитками вяжет. Вот два конца двумя нитками вяжет. И концы он завязывает на джонике. Ну, 250-300. 300 скорее всего. Ну, вот так. Так что есть чему поучиться, как надо работать. Ладно. Пишите комментарии, смотрите. Мы поехали, везем сено дальше.